Сорт острого перца, Джамайка, шоколад хабанера. Это хабанера, ямайский шоколад. Это вот такие вот красивые перчики. Такие вот. Сейчас я сорву. Покажу вам сблизи. Вот такой вот ребристый перец. Очень высокоурожайный. Острота этого перца от 300 до 425 тысяч сковелей. Срок созревания от 90 до 100 дней. Этого сорта пряный вкус. Вкус хабанера с пряной ноткой. Очень интересный, очень красивый сорт. Этот сорт созревает от зеленого. Вот становится вот таким вот. Чуть-чуть коричневым. Потом становится темнее, темнее, темнее. Кустики довольно высокоурожайные. И посмотреть, тут плодов очень много. Вот смотрите, сколько завязывается их. Правда, солнце сильно печет, ничего не видно. Вот сейчас я подниму, покажу вам. Если там что-то, конечно, будет видно. Такие вот красавцы. Этот сорт острого перца многолетник. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике. Высота кустика может достигать от 40 сантиметров до 70. Если в теплице, будет сантиметров 70 в высоту. Очень интересный, насыщенный вкус у него. Такой вот красавец, смотрите. Такой ребристый весь. Я советую вам выращивать такой перец у себя дома, на подоконнике. Очень интересный сорт. Срок созревания такого перца от 100 до 110 дней. Ну, 100, 110, 120 дней. Как бы, можно сказать так, от 100 до 120 дней. Очень приятный на вкус. Очень высокоурожайный. Не требует никаких дополнительных знаний. Выращивается точно так же, как и обычный сладкий перец. Такая же точно гортехника у него. С него получаются великолепные соусы. Да и так он красавец. Смотрите, какой. Какой красивый перец. Так что выращивайте такой перец у себя дома. На балконе, на подоконнике. Я желаю вам самых больших урожаев. Всем пока.